И Кубиду вам сказать в ресторан, в башне, вот такой вот Маринай. И вот с него вы можете увидеть вот. Игровой городок для детей огромный. Такая вот дорога в Марину Молл. С Марину Молла открывается очень красивый вид на Дубай. Также там рядом расположен Heritage Village. Это национальная деревня. Ну, как бы покажут жизнь Дубая до вот этих небоскребов, до того, как шейхи дошли нефть. Также рекомендую обязательно, ну, если, конечно, есть возможность, не обязательно, если есть возможность, туда сходить. Не знаю, вот в Абу-Даби, так же, как и в Дубае, вот везде все вот так красиво, идеальные, как бы, макеты зданий, дорог. Вот я гуляю по Мариной Молл в Дубае, конечно, он огромный. Рекомендую вам сказать в ресторан, в башне. Там очень хороший вид, но все, к сожалению, сказать, почему-то закрыто сейчас. Так что я пока гуляю по Моллу. Вот так здесь. Ну, естественно, все как в Эмиратах. Все с иголочки, все блестит. Вот такая вот башня, какая-то интересная, с водой. Рядом с Мариной Молл есть колесо обозрения. Работает, как вы видите, в обычные дни с 10 до 11 вечера, четверг и в пятницу с 10 вечера до часу ночи. Вот такой вот Маринай. И вот с него вы можете увидеть вот все вот это, вот эту красоту. Там башни этихадовские. Цена для взрослых 50 дирхам, то есть поделите на 3, 17 долларов где-то. Нормально. Поехал в колесе обозрения, хотя я боюсь высоты, но в таких закрытых вещах я езжу, да и с парашютом прыгал. Что-то быстро-быстро. Какой закат на набережной. Не знаю, тут, конечно, мне мешают различные конструкции. Ой, я на самом верху. Вот есть скульптура деревянного мамонта. Конечно, не люблю магазины, но по-дубайски. Ну, по Абу-Даби, в Абу-Даби тоже вот я сейчас походить, конечно. Интересно. Строение, конструкция. Вот. Игровой городок для детей огромный. Ну вот, ночной Дубай, все небоскребы подсвечены. Красивый очень. Эмират Палас красивый, просто не успел снять с такси. Конечно, ночью тоже его посмотреть обязательно.